небольшой презентик. А это зачем? Просто презент. Женщины уже все стоят на воротах. Не дай бог им, да? Да. А вдруг уже нету, а вдруг живой. И не знаешь, как вручать это письмо. И говорит, а мне есть, а мне что-то есть. Пандемии, да, наши добровольцы все ходили, ветераны, помогали. Люди не могли, да, выйти из дома, купить элементарно продукты. И оттуда возникла наша идея создать виртуальный музей. Наше поколение передает младшему поколению эти воспоминания.